Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусные малосольные огурцы на минеральной воде. Для этого нам понадобится огурцы, соль, душистый перец, чеснок, листья хрена, укроп и минеральная вода. Минеральную воду можно взять любую, я взяла Ессентуки 4. У огурцов отрезаем хвостики, нарезаем чеснок, листья хрена и укроп. В емкость я перекладываю душистый перец, добавляю половину листьев хрена и также половину укропа. Перекладываю половину огурцов. Сверху добавляю чеснок. Оставшиеся огурцы перекладываю в ведерко. Чеснок, листья хрена и укроп. Соль надо развести в отдельной посуде. Я взяла Ессентуки 4. Можно взять минеральную воду любую. И соль также можно регулировать на свой вкус. Разводим соль, переливаем в огурцы, доливаем минералкой, закрываю крышку и отправляю на сутки в холодильник. Через сутки очень вкусные огурцы будут готовы. За счет добавления минеральной воды огурцы готовятся быстрее и имеют хрустинку. Попробуйте, приготовите вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!